вот эти пятеро абсолютно разных чудесных котят родились от одной мамы и одного папы. Потому что папу не выдерживали положенный срок перед встречей с мамой. То есть кот был незрелый. Поэтому гены не могли победить. Поэтому вот два котеночка абсолютно похожи на маму. Один на бабушку. А есть трехцветная кошечка, очень милая. Миу-миу. И рыжий кот. Рыжий кот. Задом наперед. Вот такая чудесная семья. И все потому, что папа был гуляка. И его гены были слабые. Посмотрите на это чудо. Чудо природы. Две сестренки дерутся.